Зачем сидит сегодня Михаил Саакашвили? Какой в этом смысл? Ну да, конечно же, держать его на свободе, на территории Грузии опасно для власти. Ну вышлите его, но лишите гражданства. Но не убивайте. Ну за что вы его убиваете? Ведь он настоящий, рафинированный грузин. Он как символ грузинской нации. Такой же нетерпимый, такой же гордый, такой же красивый. Не убивайте.